Павел Кивенко к бою готов. Наблюдаем. Все, смотрим поле, снимаем с предохранителя. Зарожок держи. Левой рукой дальше еще. Вот, здесь, да. Огонь, огонь. Это не просто шумно, это невообразимо громко. О том, попала ли я куда-нибудь, говорить не приходится. Пожалуй, наоборот. Хорошо, что никого не попало. Теперь бы живой со следующей уйти. Конечно, там нет. На сторону рамы до конца назад. Резко. Не бойся! Это разряжание оружия. Контрольный спуск. Оружие вверх поднимите. Оружие вверх поднимите, в поле. Курок нажмите. Поле оружия. Поле. Поле. Контрольный спуск. Контрольный спуск. Все, мы не будем смеяться. Сделайте контрольный спуск, пожалуйста. Я не хочу служить в армии. Зачем? Кто-то скажет, что это стыдно. Кто-то надо мной посмеется. А мне кажется, что это нормальная женская реакция. Говорят, железная леди Маргарет Тэтчер и та иногда любила всплакнуть. В общем, до солдата Джейн мне еще далеко.